рабудай, варабудай, рабуди, рабудай. Здравствуйте, дорогие ребята и их родители. Сегодня наша телепередача «Домашние сказки со смешариками», как вы, наверное, уже заметили, проходит в несколько необычной обстановке. Ой, какой огромный зал, а? Ну, надеюсь, что даже в таком большом зале нам с вами будет по-домашнему уютно. Да, так вот, сегодня смешарики вместе со всеми вами, ну и, конечно же, со мной, встречают Новый год. По-моему, Новый год – это самый-самый главный праздник в мире. Но, к сожалению, не всем смешарикам он доставляет только радость. Дело в том, что год Нюши заканчивается, и она, конечно же, немного расстроена. Ну, впрочем, вы сейчас сами в этом убедитесь. Никакого Нового года! Не дождетесь! Год свиньи будет длиться вечно! Почему, почему? Потому что я так хочу! Нюшенька, ну что ты в самом деле, а? Ну, у всех праздник, а ты? Ну, вместо того, чтобы встретить Новый год с друзьями, закрылась в своем домике, никого не пускаешь. Мой домик! Вот видишь? Ага, конечно! Прям переживают, не как мой год не переживут. Так и хотят, чтобы он скорее закончился. Послушай, Нюша, ну что за глупости? Ты ведь знаешь, что это не так? Ничего не хочу слышать! Ири-ри, бу-бу-бу, ба-ба-ба-ба-ба-ба! Я ничего не пропустил. Новый год еще не начинался. А ты как сюда пробрался? Ты вообще кто такой? А я такой, я везде проскочу. Позволь представиться, Мышарик. В некотором смысле, символ наступающего года. Вот это ты зря сейчас сказал. Ах, вот, значит, из-за кого у меня все проблемы? Из-за какого-то ушастого выскочки? Нюша, остановись. Это уже просто невежливо. Ну разве можно так себя вести с гостями? Вот-вот, гость на пороге, счастье в доме. Не нужно мне такого счастья! А вот мы сейчас у зрителей спросим, кого они больше любят? Вот, действительно, давно пора спросить у ребят, чего они хотят. А пока наша передача стоит на месте, я отключаюсь. Дети мои, вы хотите, чтобы я осталась? Любите вы свою Нюшу, как я люблю год свиньи? Хотите ли вы смотреть мультфильмы со мной так сильно, как я люблю в них сниматься? Если вы хотите, чтобы я осталась, крикните громко! Нюша! Давайте все вместе! Нюша! Видишь, все любят меня, а не тебя. А вы хотите, чтобы наступил Новый год? Хотите украшать праздничную елку? А получить подарки от Деда Мороза? Поднимите руку, кто любит Новый год? Вот видишь, все хотят, чтобы Новый год наступил. Это несправедливо! Все было по Елки-иголки, Нюша, ну это свинья! Нюша, что случилось? Почему ты не открывала дверь? Ну, друзья мои скандальные, не будем ссориться. Девочка моя, как... Подождите! Подождите! Нюша, а это кто такой? С кем это ты тут заперлась? Так вот, почему ты не хотела открывать дверь, а? Позвольте представиться, мышь это Мышарик, символ следующего года, он сам ко мне пролез. Ну-ну. Очень приятно, друг наш новогодний, позвольте представиться, Лосяк. Ну вот, спелись, а про бедную несчастную Нюшечку все позабыли. Нюша, ну перестань. Мы прекрасно понимаем, что ты не хочешь, чтобы твой год закончился. Но он ведь все равно закончится. Хочешь ты этого или нет? Ну, может, можно его хоть чуть-чуть продлить? Ну, вот совсем-совсем немножечко. Боюсь, что такой возможности... Есть такая возможность. Правда?
Элементарно? Новый год наступает не сразу на всей планете. Он постепенно движется по часовым поясам. Раньше всего Новый год наступает вот здесь, на островах Океании, а позже всего на Аляске. Аляска! Замечательное место! То есть, если мы отправляться на Аляску, мы встречать Новый год позже? И мой год продлится дольше? Именно! Так чего же мы ждем? Полетели быстрее! А то здесь совсем уже все скоро обновогодится! Здорово! Даешь Аляску! Ёлки-иголки! Дайте мне смешарики. Терпеть не могу все круглое, разноцветное и веселое. Была бы моя воля, я бы все сделала серым и квадратным. А еще этот бессмысленный праздник Новый год. Нет, ну что в нем нового? Каждый год одно и то же. Наряжают елку, топчутся вокруг с песенками, фейерверки, караоке. Отвратительно. Я поймаю мышарика, этого ушастого прохвоста, символа наступающего года. И тогда ваш наступающий год так никогда и не наступит. Слышите? Не переживайте, у нее все равно ничего не получится. Ведь мышарика здесь больше нет. Он отправился встречать Новый год совсем в другое место. И он не один, а с ним его новые друзья, смешарики. То есть как это? Как это так, я спрашиваю? Где он? Где этот? Не говорите ей, куда отправились смешарики. Когда я буду качать головой, говорите «нет». Хорошо? Хватит шептаться! Куда пошли эти наглые смешарики? Туда? Может, туда? Или туда? А может, все-таки туда? Ах, так? Ха, да ну вас! Обойдусь и без вашей помощи. Вот неугомонная. Ну что ж, а мне уже пора отправляться туда, где Новый год только что наступил, на острова Океании. Yeah.
Ну да, на Аляске еще не должен был наступить Новый год. И вообще-то здесь слишком жарковато для Аляски. Вот помню, мы как-то с Джеком Лондоном... Подождите! Пин, куда вы прилетели? Я лететь туда, куда мне дать координаты, Лосяш. Но это невозможно. Я дал вам координаты Аляски, где Новый год наступает позднее всего. А это острова Океании. Место, где Новый год наступает раньше всего. Так значит, с Новым годом, что ли? Ага, и с новым счастьем. Я сейчас за подарочками только метнусь. У меня тут все припасено. Я же четко сказал, куда лететь. А я четко лететь, куда ты сказал. Вот и прилетели. С Новым годом! С Новым годом! Подождите! Значит, мой год уже закончился. Но мы же хотели... Значит, я никому не нужна? А может, мы догоним Новый год? Полетим за ним вдоль земного шара и каждый раз будем встречать Новый год в новом месте. Ёжиком, ты гений! Да, замечательная идея! Отлично придумано! Вот вы всегда не даете мне сказать! А ведь я как раз именно это и хотел предложить! Тогда летим на Новый год в Россию! Вперед, друзья! Вот мы шатер завелось. Нет, ну вы только посмотрите. Вот что хорошего в этом грызуне. Уши-то отрастил, уши. А зубы вы его видели? Он же эстетически неполноценен. То ли дело я. Идеальный символ года. Ой, Саша. Да, Саша. А ты думала, кто? А мне уже и бежать пора. А то еще Новый год какой пропущу. Да. Ну ладно, мне, пожалуй, тоже пора. А как будет Новый год на местном наречии? Я хочу поздравить туземцев. Крош, мы же в России. Ну да, такая же все-таки. На местном языке это будет звучать примерно так. Як, луп, и, кроль, ик. Елки-иголки, какой смешной язык. Эхе-хей, аборигены. Я глуп, и, кроль, ик. Глупый кролик? Эй, это не смешно. Ну почему ты опять грустишь? Я? Нет, все в порядке. Новый год, это же... Ха-ха-ха, так весело. Вот это понравилось. Давно бы так. Конечно. И зачем сопротивляться тому, что неизбежно? Так чего? Подарки-то мне доставать? Нет, мы ведь еще не успели встретить Новый год по всей планете, правда? Конечно, конечно. Тем более, что следующий Новый год наступит в Европе. Предлагаю встретить его в Испании. Пин, готовимся к полету. Кто мечтает быть пилотом, очень смелый именно тот. Потому что только смелый сам полезет в самолет. Потому что только смелых уважает высота. Потому что в самолете все зависит от винта. От винта! У пилота есть работа, он летает самолет. У
пилота есть забота, если вдруг пилот уснет. Потому когда, приятель, ты надумаешь летать, не забудь, что ты летатель, и не смей кабине спать. У тебя миллион проблем. Под тобою километры, над тобою облака, и встряхнуть ты можешь только до земли летишь пока. Вальцем. Неправда! Он совсем не старый! Ему всего год! А могло бы быть гораздо больше! Я не хочу, слышите? Я не хочу, чтобы мой год заканчивался! Итак, поплясать вокруг хвойных деревьев. Осталось только узнать, где мой шарик, где этот голохвостый символ года. Года, который к тому же никогда не наступит. Кажется, здесь у меня есть одна маленькая союзница. И хотя она такая оптимистично розовая и добродушно круглая, но для моих коварных планов и Нюша подойдет. Сбудется самое заветное желание. А давайте считать все вместе. Ребята, вы умеете считать? Так давайте вместе посчитаем. Раз. Оно обязательно сбудется, даже в этом году. И что? Теперь можно загадать любое желание? Но оно исполнится только если Новый год наступит. А у тебя на лице явно написано желание, чтобы он не наступал. Новый год наступит, не взирая на лица. Точно! Дай 5! И вовсе я не это желание хотела загадать. Я хотела... Так, так, так.
так, друзья мои перелетные, не расслабляемся. У нас очень насыщенная программа. Дел-дел-дел, деланных горах и три мешка хлопот. Но все равно уже с утра уходит старый год. А его мы не встречаем, а пиздили и вот. У меня от этих всех новогодних встреч голова кругом. А это, друг мой, неподготовленный, потому что у вас слабый вестибулярный аппарат. Что? Это аппарат, который находится внутри каждого из нас и позволяет ориентироваться в пространстве. Ах, лучше бы это был летательный аппарат, а то в самолете пина меня укачивает. Да и прилетаем мы постоянно не туда, куда хотим. Тоже виноват, что подводит регулярно самый главный аппарат. Вести по белюбе по вести по белюбе по аппарат вести по ля-а-а-арны. А чтобы голова не кружилась, свой аппарат нужно тренировать. Ну-ка, все вместе. Что-то вы засиделись, ребята. Ну-ка, начинаем вращение головой. Вращение так, головой. По часовой стрелке. По часовой крутим, стрелке. Крутим, крутим, крутим. Все молодцы. Вместе. Стоп. А теперь, мои дорогие, в обратную сторону. Давай в обратную сторону. Крутим, 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 крутим. Стоп. Ай, какие молодцы! Вот так! Вот и отдохнули! Кажется, мне стало легче! А мне вообще так замечательно! Куда летим дальше? Следующий аэродром Африка! Не задерживаемся при посадке! One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride! Ребята, встречаем Новый год в Африке бурными аплодисментами и возгласами! Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord. To me, learning is just like a sport. Anything fine, it's all good. Let me jump in and sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Пора подарки дарить, а? А то ведь они растают на таком солнцепёке-то. Ну неужели так сложно потерпеть до Аляски?
Тогда полетели скорей, укуси меня, пчела. У меня груз скоропортящийся. Боюсь, что это невозможно. Нам надо лететь через Атлантический океан. А сейчас слишком плохой погода, слишком плохой видимость для полета. Нет, так не пойдет. Моя персона слишком важна для следующего года. Я просто не имею права рисковать. Что за трусоват наш мышарик? И за что только таких новогодними символами назначаю? Я не трусливый, я ответственный. И вообще, я стал новогодним символом не из-за храбрости. Кто бы сомневался? А вот из-за чего? Непонятно. А вот из-за того, что я самый модный. Вот из-за чего. Но если ты такой же модный, как и смелый... Не сомневайся. В моде я царь зверей. Да нет, не стой. Невинных слабостей стесняться. Да, признаться, все любят модно одеваться. И как пташки летят шелочки да рубашки. Застежки, запонки, сережки, блузки, кофточки, сапожки и зеленые шнурки. Как пережить нету боли. Мой новый смокинг съел огонь. Моль! Лучше быть голодным, лишь бы только молодым. Да, не скрою, все люди разного покрою. Каждый хочет примерить что-нибудь такое. И как пташки летят в чулочки да рубашки. И нет, и галстуки, и манжеты, кардиганы, и шакеты, и зеленые шнурки. Как пережить мне тобой? Мой новый смокинг с головой. Мой. Лучше быть голодным, лишь быть только молодым. Летят зеленые рубашки. Нюша! О, Дед Мороз! А я думал, что твои волшебные сани быстрее нашего самолета летают. Так мне ж еще надо детишкам подарки успеть разнести. Да под пальмами елками разложить. А что ж вы грустные такие? Просто наше путешествие окончено. Нельзя лететь, ничего не видно. Эх, ну и я, к сожалению, вас в мои летучие сани взять не смогу. У меня и так перегруз с подарками для детей. Ну что там у вас, опять проблемы? Нельзя лететь, ничего не видно. Все понятно, но плыть-то можно. Ты что, я плавать не умею. А зачем вам самим плавать? У меня для вас есть подходящий кораблик. Вот он, пожалуйста. Но это же, простите, игрушка. Ну и что? Эта проблема как раз решается. Дед Мороз, ты поможешь? Запросто! Я ж модели кораблей с детства люблю собирать. Особенно в натуральную величину. Ух ты! Спасибо! Компрессия! Загружаемся! Следующая остановка – Бразилия! Ну и славно! А я своим ходом! Друзья мои водоплавающие, мы попали практически с корабля на бал. Какой еще такой бал? Новый год же должен быть. Мы же в Бразилии, а значит, непременно будет новогодний бал, карнавал.
Бразилии принято встречать Новый год. О, у бразильцев есть очень красивая новогодняя традиция. Зажигать свечки и пускать их на деревянных дощечках плыть по океану. Круто! Жаль, ни у нас, ни у зрителей нет с собой свечек. Как это нет? Лично я всегда с собой ношу маленькую свечку. Ну разве это свечка? А чем не свечка? Светит не хуже. А в новогоднюю ночь все может превратиться во что угодно. Давайте встретим Новый год по-бразильски. Зажгите экраны своих мобильных телефонов и поднимите их вверх. Новый год по-бразильски. Традиция. Однако ж, пора отчаливать, друзья. Пора. Опять упустила. Прямо с утра день не задался. Догнать их не могу, так еще и Новый год постоянно встречаю. Ну, хватит. Дождусь вас на Аляске, бездельники. Все пропали! Да что такое, дружище? Объясни толком! Наш корабль несет прямо на скалы, и он слишком перегружен, чтобы лавировать. Саша! Забери меня отсюда! Ну, и остальных. Забрать я никого не смогу, но положение не безвыходное. Нужно что-то придумать. Я понял. Просто нужно обратиться ко всем ребятам в этом зале. Все, они, конечно же, нам помогут. Ну, конечно же. Если мы все вместе будем наклоняться вправо или влево, мы сможем управлять нашей неповоротливой посудиной. Друзья! Когда покажутся скалы, начинаем наклоняться. Только вместе мы сможем преодолеть этот маршрут. Скорее, все наклоняемся направо, ну же, направо! Ёлки-булки! Смотрите, смешарика, в какую сторону надо наклоняться? Влево, влево, все влево! Не правило, одно с собой не правило, одно все лучше шути. Направо! По-моему, все-таки скачет. Еще направо, еще направо! Стрелки крикнуть, караул, стрелки крикнуть, караул! Захочет вам любовь. Налево! Дела у нас плохие! Даже впереди звезда черная. Как нас потухти сердце вдруг, как на потуху. Направо, еще направо, направо. Направо. Стихи. Да-да-да-да-да. Дела у нас плохие. Да-да-да-да-да. Нет у них синие. Налево. Марина и вода раздуется вокруг. Когда с тобой надежный друг. Ура! Спасибо вам всем. Обещаю, что следующий год будет самым-самым веселым и счастливым. Танцуют все. Похлопайте друг к другу.
Топят они здесь, что ли? Но зато гнаться ни за кем не надо. Сами ко мне в руки приплывут и мышь свою привезут. А уж теплую встречу я им организую. Теплую. Смешно. Ты тоже не рада этому глупому празднику? Не вижу повода для радости. Мышиная возня, а не праздник. Ой, а кто вы? Разве это так важно? Главное, я искренне желаю тебе добра. Ты ведь не хочешь, чтобы наступил Новый год, верно? Не знаю. Я хочу, но я хочу свой Новый год. Ну, конечно. Ведь ты гораздо красивее, чем какая-то голохвостая мышь. И я могу помочь тебе в этом, мой розовый пупсик. Ну-ну, тетя, без фамильярностей. Я, конечно, обалденно красивая, но не пупсик. А вы правда можете помочь? Могу. Только и ты должна мне помочь. Все, что хотите. Лишь бы мой год никогда не заканчивался. Прекрасно! Все, что от тебя требуется, сделай так, чтобы мышарик встал вот в этот квадрат. В квадрат? А с ним, с мышариком, ничего не случится? Не такой уж он и вредный. А еще он круглый. А ваш квадрат подозрительно квадратный. И это меня почему-то очень настораживает. С мышью все будет в порядке. Обещаю тебе. Просто его Новый год никогда не наступит. Ну, я попробую. Умница. Кстати, он идет сюда. Я пока спрячусь. И запомни, он должен встать в мой снежный квадрат. Снежный квадрат? Может, это тетя снеговиков квадратных лепит? Что-то мне это все не нравится. Но с другой стороны, тогда мой год никогда не закончится. Это же хорошо? Или не очень? Совсем запутали бедную девочку. Ой, как все-таки тяжело быть и красивой, и умной. Нюша! Ай! Ты можешь так не кричать? Извини, не хотел тебя напугать. Просто все тебя ищут. Куда делась Нюша? Вот я и обрадовался, когда тебя увидел. Мышарик, мне надо сказать тебе одну вещь. Квадрат. Заведи его в мой квадрат. Ты это слышала? Ничего я не слышала. Так вот, я хотела тебе сказать,
Погоди, давай немного отойдем отсюда. Прости, что я так плохо к тебе относилась. Понимаешь? Мне просто очень хотелось, чтобы мой год длился подольше. Да ладно, я прекрасно тебя понимаю. Зря, что ли, я все мультфильмы с твоим участием пересмотрел. Правда? Конечно. Будь моя воля, я бы сделал так, чтобы и следующий год был твой. И следующий за следующим, и следующий... Честно, честно. Да разве я когда тебя обманывал? Да если я вру... О, не сойти мне с этого квадрата. Нет, мой шарик, это опасно. Нюша, глупая Нюша, я же сказала тебе, в этот квадрат должен наступить мой шарик. Не можешь выполнить даже простого задания. Ах, ты ни на что не годная. Тетя, вы тут это полегче на поворотах. И вообще, что вам надо? Ну ничего, я с тобой справлюсь без всяких пятачков. А зачем вам со мной справляться? А вот это уже мое дело! Шарик, беги! Она хочет, чтобы Новый год никогда не наступил! Ну уж нет! Своих не бросай! А ну сюда, быстро! Стой, голосок ты прохиндей! Попался! Нюша! Опять ты с этим мышариком? Так... Что это у вас тут происходит? Ты бы шел отсюда, пока с тобой и подружкой твоей нелепой ничего не произошло. Нелепой? Ну, знаете, у меня сейчас истерика будет, а в истерике я страшен. Это еще что такое? Действительно, объясните нам, пожалуйста, что вы делаете? Мышари, тебя обижают? Ха, ну, что ты теперь сделаешь? Тебе не справиться со своими друзьями. Отвратительные смешарики. Как же я вас ненавижу. Вы даже не подозреваете, какая у меня сила. Кто-нибудь мне объяснит, что это была за странная тетка? Не бойтесь, ребята. Заклинание злой королевы бессильно, если мы все будем действовать вместе. Нужно всем вместе сейчас произнести... надо сказать... Что сказать-то? Ну ведь я же знал, помнил, что говорят в таких случаях, и вдруг вот забыл. Забыл! Вам никогда не справиться со мной! Саша прав. Только вместе вы сможете победить злую королеву. А забыл он нужные слова, потому что он уже взрослый. А вы помните, что нужно сказать, чтобы зажглась новогодняя елка? Не сметь при мне произносить эти слова! Нужно сказать... Нет! Нет! Ёлочка, зажгись! Ну точно, ну как же я мог это забыть? Ёлочка, зажгись! А теперь давайте все дружно! Ёлочка, зажгись! Новый год – это общий праздник. Ну, конечно. Ну и славно. И теперь-то можно подарки дарить? А-а-а, теперь можно. Ну, давно бы так. Вот это тебе, а вот это тебе... Погодите. Ну вот, опять она за свое. Да нет. Вы разве забыли? В прошлый Новый год, когда мой Новый год еще только начинался, мы придумали свою традицию – встречать каждый Новый год удивительными и сверкающими мыльными пузырями! А что, мне нравится такая традиция!